Знаете, друзья мои, у меня тут два написано названия, и я решил их сейчас объединить между собой. Первое название было «Инсультники масок не носят», а второе «А между тем люди умирают от онкологии». Да, они умирают не только от онкологии, они умирают и от сахарного диабета, они умирают от инсультов, они умирают от всего. Я вам скажу даже более того, в общем-то, не модно стало сейчас, модно от коронавируса. А все эти заболевания другие, они куда делись-то? Никто о них вообще ничего не говорит. Все брошено с понтом на коронавирус. Бредятина. Издевательства над простым человеком зашли уже так далеко, что я просто потрясен. Идет этот несчастный человек, который перенес инсульт, тянет ногу, тянет руку. Да, он без маски. А что ему терять, собственно говоря? Это жизнь, когда человек еле ходит и еле... Это же обуза. А люди продолжают болеть дальше. А все силы кинуты на какую-то диагностику. Все силы кинуты на все. Ни о чем другом вообще нету. Вообще сейчас нельзя даже подумать о том, а как вырвать зуб, например. А как сдать какой-то анализ. А что вообще делать? Понимаете, в чем дело? Ситуация заключается в следующем. Люди болели, болеют и будут болеть. Если кто-то хочет наживать на этом деньги, он будет наживать на этом деньги. Он будет зарабатывать на этом. Наши проблемы остаются. Люди постоянно болеют. Людям становится все хуже и хуже. Чем больше власть уделяет внимание своим собственным интересам, тем хуже нам, несчастным людям. Поэтому надеяться не на кого. Надеяться можно только на самого себя. На сегодня все.